Buckster. Yo, straight live. Yo. Brought this big black hefty bag with me. Call if it's issues, call me. Call 3, call 50. Самый яркий крамп-момент 2016 года. Муравей в толпе на толпе на кинестейдже. Да, муравей. Какое твое сейчас любимое движение в крампе? Сброс. Короче, оно не имеет названия, я его придумала сама. Ну? Покажи. Я не хочу говорить, что я снимала вас по поясу. Это называется crazy sport. Если бы тебя спросили, что такое крам, какое видео ты бы показала? Какое-нибудь видео Дайдайза, старенькое, средней старости. Какое-нибудь концессион на EBS, например. Какой-нибудь не батон. Три вещи, без которых не обходится ни одна крам-туса. Атмосфера, какой-нибудь нелепый случай и какая-нибудь жесть, типа кто-то снял футболку, порвал себе рукав, его укрыть, либо, короче, муравей. Диджей, атмосфера и крутой рост. Окей. Контраст или идиллия? Идиллия. Контраст. А локальный фест или огромный? Огромный. Место. Вот такой. Турнамент или 8 бакс? 8 бакс. 8 бакс. Проиграть сильному или выиграть слабому? Проиграть сильному. А лучше всех выиграть. СНГ-шный СНГ-шный или американский? СНГ-шный. Не только другой. СНГ-шный. Кубок или денежный приз? Кубок, папки. Папки. Групп или Body Control? Групп. Леди или Гёрл? Леди. Принцесс. Гранд Мув или Бак Хопа? Гранд Хопа. Бак Гранд Мув. ИБС или ИС? ИС. Не узнаю, что попробуешь. Ай, давай! Учиться или учить? Учиться. Учиться во время того, когда ты учишь. О май гаш. Слэм или Агли Фейс? Агли Фейс. Слэм. Фест, который перевернул твое сознание. Реальность надеюсь. Я закал. Самая неожиданная победа. Стрит Брамплс. Один Брамплс. Ну, в Добрузе, когда я выиграл, я не ожидал. Кто тебя вдохновляет? Пять человек. I'm good. Отстал, Иман, Агли. Слэм, Андрей Фейт, Ленка, Коленко, Таня Кузьмина, Чес и... Пять, все. А все? Let's go. Тай Дайс, Агли Фейт, Йол Слэм, Спарта, Микс. But if I let it hit the pavement, the damn ground gon' split. A Buckster.